Хорошая погода в Петербурге – явление нечастое. Но у нас впереди в запасе есть еще последние августовские дни и бабье лето. Этим, конечно же, надо пользоваться и чаще бывать на улице. Даже во время просмотра фильма. Бесплатные кинопоказы под открытым небом не первый год являются любимым сезонным развлечением петербуржцев. В Новой Голландии, например, они проходят уже 7 лет и всегда с аншлагом. Фильмы здесь показывают на главной сцене. Сидеть можно на стульях, но их часто не хватает. Поэтому не забудьте прихватить с собой подстилку. Располагаться на газоне разрешается. Организаторы сделали упор на мировую, но не избитую классику, рассчитанную на киногурманов. В топе фильмы Вима Вендерса, Джима Джармуша и Паоло Соррентино. Кстати, заодно можно попрактиковаться в английском или итальянском. Все фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами. Но будьте готовы к тому, что если погода испортится и начнет накрапывать дождь, то показ могут отменить. А вот где точно погода не будет помехой, так это на Елагином острове. От дождя можно укрыться в амфитеатре с крышей. Если погода благоволит, то устроиться можно в шезлонге, гамаке, на стульях или на мешках. Вариантов масса. С собой нести ничего не надо. Да еще и плед дадут, если будет прохладно. Сеансы здесь идут ежедневно. Расписание очень насыщенное. Каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Утром показывают картины по искусству, днем – мультфильмы для детей, а вечером – кино для семейного просмотра. В Сивкабель-Порту глаза разбегаются. Куда смотреть? На завораживающий вид акватории Финского залива или все-таки на экран? Кстати, это самый большой экран под открытым небом в Петербурге. Его размеры 6 на 3,5 метра. Организаторы сделали ставку на новинки 2023 года, как отечественные, так и зарубежные. В афише можно найти, например, еще одну настоящую любовь Энди Хикмана, поехавшую Антона Маслова и здорового человека Петра Тодоровского-младшего. Все кинопоказы будут идти до наступления осенних холодов. Поэтому пока есть возможность, можно любоваться звездами как на экране, так и над головой.